Доброго дня всем, добрые наши волшебники. Здравствуйте, все наши новые, старые друзья, подписчики, моя такая большая дружная семья. Месяц август для нас был слишком сложный, очень сложный. В финансовом плане, потому что сами все знаете, понимаете, да, что на какое-то время, да не на какое, а целый месяц нас просто выбили из строя. Образовалась куча долгов. Спасибо, хочу сказать, огромное, преогромное маме Марианны, которая частично погасила долги в клинике. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что у вас такая замечательная, уникальная дочь. Ну, а сегодня наш ролик о наших двух котах. Одного вы, наверное, помните, это Феликс, и второй котенок Лорд, который очень давно уже тоже находится в клинике, у которого очень много, масса проблем по здоровью. С ним многие могли не видеть участия, потому что уже блокировались ролики и блокировался канал, поэтому многие о Лорде могут не знать. Это маленький котенок, которого выкинули, к сожалению, в один из соседних моих домов. И котика мы забрали и отвезли вместе с Верочкой в клинику. Все это время он находился в ОРИТе, то есть в палате интенсивной терапии, так как у котенка была вирусная тяжелая инфекция. Сейчас вроде бы он немножечко восстанавливается, но появилась другая проблема. Проблема появилась мочеиспускание. И доктор, лечащий врач, нам сказал, что-то надо решать по Лорду. Вот. Либо искать семью, которая будет отслеживать малыша, потому что он до конца сам не мочится. Но мы пришли к тому, что сначала, скорее всего, мы, наверное, будем делать МРТ. МРТ обязательно, потому что вообще проблема даже задних лап тоже никто не понимает. И без МРТ мы не можем теперь сказать, что на самом деле вообще происходит с Лордом. У Лорда очень красивые, безумные зеленые глаза. Это такое маленькое, хорошее чудо. Вот, поэтому мы такая большая дружная семья. Август для нас был сложный, вот. Но я всегда говорю, жизнь расставит все по своим местам, и все получат по заслугам за свое. Бумеранг никто в этой жизни не отменял. Котенок Лорд. Пациент к нам поступил с неврологическими симптомами, у него доступ к хождению. Также у пациента была обильная дефекация, причем это была диарея. Вот. На данный момент его стабилизирован врач интенсивной терапии, дальше он был передан в терапию, и совместно его ведет невролог. Вот. У него сейчас есть улучшение в плане стопохождения, стопохождение пропало. Это замечательно, вроде бы сейчас умудрились стабилизировать его по поводу положительной панликопении, это вирусная инфекция кошек, вот, сейчас ему получше стало, но тут новая проблема, то есть вот у него был ампутирован хвостик по той причине, что он был сломан, вот, скорее всего у котика была какая-то травма в области поясницы, потому что хвост был сильно сломан, множественные переломы были. Вот, по поводу данного сейчас состояния, котик стабильный, мы его отправляем на МРТ по запросу невролога. Тут связано с чем? У котика есть проблемы с мочевым, он атоничен, похож на тряпочку больше, да? Моча у него самостоятельно только подтекает, дефекация сейчас есть, но она такая слабо, ну, как бы она контролируемая. Но все равно иногда бывает диарея, это все-таки связано и с панликопенией, с, видимо, с неврологическим дефицитом, который есть у котика, по той причине, что у него была травма. Нам сейчас нужно выяснить, в грудку, есть ли в грудопоясничном отделе какие-то травмы, где-то какие-то зажатия корешков. Чаще всего это разрывы корешков спинномозговых нервов, вот, на основании которых в дальнейшем мы имеем проблемы, связанные с иннервацией мочевого, толстого отдела кишечника. Вот, что хочу сказать, сейчас после МРТ будет более ясная картина, по той причине, что если есть повреждение нервных корешков, которые
разорвана, то в дальнейшем это животное будет требовать постоянного отдавливания мочевого пузыря и контроль нефролога. Если там целое, но есть компрессия, достаточно будет снять этой компрессии только с этого участка и все. Второй же момент, почему вот такой этап, да, так поэтапно распределилось. Сначала мы пролечили инфекционную патологию, да, то есть исключили половину проблем неврологии, которая могла связана быть с спондилокопенией. На данный момент животное стабильное, уже не настолько опасно для других животных, и мы смогли уже дифференцировать всю неврологическую симптоматику. На данный момент, наверное, по лорду все, будем ждать результаты МРТ, на основе которых будем предпринимать дальнейшие действия. Спасибо за внимание, здоровья вам и вашим питомцам. Сейчас наш сбор открывается на МРТ для лорда, и завтра у Феликса еще одна операция, которая лежит уже месяц в клинике по блокировке сустава. И долг у нас в клинике уже на сегодняшний день минус 26 тысяч. Да, к сожалению, этот месяц действительно был тяжелый, плюс не работают совсем оптовки. Покупаем все в магазинах, насколько возможно, но это обходится у нас питание в 2-3 раза. В 2 раза это точно дороже, чем на оптовке. Поэтому такая моя большая дружная семья. Любая ваша помощь, любая ваша копеечка – это помощь им. Давайте поможем лорду съездить на МРТ и оплатить операцию Феликсу. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Так, всем добрый день. У нас кот Феликс, поступивший по поводу травмы задней конечности. У него была проведена первая операция. Мы сейчас покажем. То есть у него... Ложись. Мы ему заблокировали первым этапом сустав скакательный. У кота наблюдается неврологический дефицит на тазовую правую конечность, также у него есть контрактура на четырехглавой мышце, на нескольких сухожилий, ее ответвлений, да. На данный момент сделали артродез скакательного сустава поэтапно, все зажило, все хорошо, пальцы работают, но есть проблемы с иннервацией, то есть вторым этапом мы будем делать артродез коленного сустава, вот ему больно видно, все, не ругайся. Видно, что животному больно при сгибании, и мы ему сделаем артродез коленного сустава, поэтапно два артродеза, под определенным углом оставим угол, и в принципе все, дальше котику нужно будет расхаживаться. Проблема вся заключается в том, что у нас есть нарушение и иннервации, и контрактуры определенные, что ухудшает всегда восстановительный процесс. Котик еще сам по себе не активный, и очень не любит двигаться. Вот. Вот видите, как коряшка торчит. Вот когда мы сделаем угол правильный в коленном суставе, нога будет хотя бы правильно выставлять. Не будем больше кота мучить. Он очень не любит этого излишнего внимания к его ноге. Вот, сейчас покажу, как выглядит все это рентгенографии. Выглядит у нас на рентгене. Мы сделали предварительно рентгенографию по поводу скакательного сустава. Видим, что скакательный сустав поражен. Тут, видимо, какая-то травма была. Если посмотреть на прямой снимок, видно, что есть изменения в самом блоке сустава, он неправильно стоит, видны признаки остеоартрита, и на данный момент мы ему провели временную мобилизацию сустава. То есть на данный момент у котика сустав в этой зоне заблокирован. Вторым моментом наша теперь задача разобраться именно с коленным суставом, тут также есть дегенеративные изменения, которые в последующем мы будем сейчас устранять. Вся проблема с контрактурой четырехглавой мышцы связана, видимо, с какой-то тупой травмой, ушибом, может быть, сильным. И также перелом, который у него есть на пятке, то есть также он застарел, это все давняя травма. И, видимо, кот так давно-давно уже живет. Так что на данный момент нам осталось провести еще одну операцию и дальше реабилитация и восстановление после этого. В дальнейшем животное уже после операции сутки будет находиться в клинике, дальше уже не требует никакого наблюдения, его можно забирать домой, будет на последующее восстановление. Прогноз после этой операции от осторожных до благоприятных, по той причине, что у нас вся травматологическая проблема, именно связанная с ортопедией, обуславливается неврологическим дефицитом. Ну, надеюсь, что котику это не помешает хотя бы частично восстановить опороспособность на тазовую конечность. На этом у меня все. Здоровья вам и вашим питомцам.